Так, всем привет, ребят. Случилась у меня вот такая вот проблема с насосной станцией. Регулятор давления цифровой у меня установлен на кухне, то есть не на самой станции. Станция сосет воздух. Как вы видите, набранное давление держится, значит, обратный клапан, с ним проблем нет никаких. Но когда мы включаем воду, вот, слышите, вода с воздухом поступает. В общем, если дольше подождать, вот как вы видите, все, она зависает и очень долго качает. Так, давайте построим логическую цепочку. Обратный клапан у нас все в порядке. Вот, собственно говоря, моя станция. Поставил китайский мотор, до этого стоял Метаба. Проблема появилась через год. Аналогичная. Теперь смотрим. Клапан у меня стоит здесь. Давление держит, повторю. Значит, с ним проблем нет. Проблема, скорее всего, кроется за ним. То есть, когда воду набрали, у нас столб стоит. Но он же постоянно тянет вниз. Подсос воздуха либо вот на этой вот муфте, либо вот здесь. Конечно, можно все это дело перекрутить, все заново перекачать, заменить муфту. Но, ребята, вот из-за этих вот муфт не факт, что проблема уйдет. Поэтому пока у нас здесь вакуум, то есть сейчас намажу все герметиком, он где-то подлезет, где-то забьет это отверстие. И самое сложное будет это вот снизу, чтобы он у нас не подтекал. Но герметик у меня густой, хороший, попробуем им. Ребят, в общем, спустя 3 часа герметик слегка прихватился уже. Вот, и все, проблема ушла. Ну, а теперь вода больше не поступает с воздухом. Все отлично. Все хорошо. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока.